Микелис Редликс. Карлсон с бросок, и шайба в сетке. Микелис Редликс приносит победу рижскому «Динамо» в этом затяжном поединке. 2-1 в серии. Рижане выходят вперед. Да. Ну, Карсумс, конечно, все сделал в этом эпизоде. Бросок у него получился неплохим. И не смог Виталий Коваль справиться. Ну, показывают нам Спрукса. Не знаю, кто там в итоге все-таки будет записан автором шайбы. Давайте смотреть еще раз.